протяжении всего раунда Немига была в качестве догоняющего. Вот с минуса от дисбаланса все началось, со скаута вырубил, врыв от Мэджикса. И вот, заметь, Немига пыталась. В итоге Лолипоп-то получил комфортную для себя ситуацию, один в один. Бомба на телевизоре, и есть еще несколько опций в этом развитии. Бокс максимально агрессивно действовал, тут размен в коннекторе. Бомба идет все-таки на А, Лолипоп должен открываться, есть инфа по джангу, есть инфа по коннектору. Лолипоп видит Самдаянга. Самдаянг не ожидал увидеть здесь. Но очень нестандартно играет Немига. Лолипоп! Ай-яй, это было близко. Однозначно плюсовая ситуация для Немиги и должна заканчиваться победой в раунде. Смоки-то сейчас залетят. Куда, Леш? Я думаю, сюда парочка точно прилетит. Итак, выход есть. Чоппер по традиции забирает первого. Бокс отъехал. Чоппер! Вот это порвал! Дальше размены от Немиги. То, о чем я говорил, Юр. Когда ты играешь раунд 5Б, это как сегодня я смотрел там раунд 5 длина, понимаешь? Позиционка грамотная и без шансов. Так, ну, заметил. МТС заметил. Хороший минус, вот, а ошибочка. Да, это был оверпик. Можно поплатиться за это. Есть диффуза. Будет морозиться до конца. Ну как? Убил! Спидак. Раскидочка, попытка выйти. Контактный дефенс от команды Spirit. Как проверят Мэджикса. Ну, все четко. Джио сбивает без каких-либо шансов. Айдисбэлон со скаутом. Второй хорош. Минус, четко в голову. Хорош, поэтому попал. Но ситуация 3 в 3, при этом Немига уже готова вскрыть оборону оппонента. Она практически это сделала. Да, но есть там проблемы по здоровью у Лолипопа. Самдаянг открывается через голову. Попадает в голову. Как работает МДС? Мир последний против двоих. Лолипоп МДС сразу же смачок должны подбирать. Бомбу попытка поставить, а где же тиммейт? Как? Спидака спалили, это USP Tactical. Попадает по голове сам Де Йонга. Лолипоп всего-навсего минус. Ну что, Спидак, на тебя надежда. Но опять-таки же перестрелка не по силам. Так, должен на чек выходить Лёня Чоппер. По второму. Забрать? Ну... А-а-а, экономически отдают по... Так, давайте смотреть, там идет поджим от Чоппера. Чоппер... контактная позиция на миде. Два минуса с АК-47-го. Падает МДС Спидак. Ну, собственно, да, капкан спиритов сработал просто идеально. Бомба ставится. Погибает Самдаянг. 4 в 2 уже ситуация. Мэгикс и Мир пойдут на ретейк. Да, вроде бы сгорел. Волейпоп от... Так, как или молодого. Так, Мир, очень важный минус. Мэджик забирает МДС, а последний спидак с АВП. Ну вот, бомба на него стоит. И гранат нет. А не есть смог. Дефузится бомба? Да, да, уже дефузится. Бомба минируется. Парень, привет. Парень. Не туда. Эх, ну 2 в 4. Вот этот поджим сейчас, он очень крутой. Минус на длине, при этом уже поджим нижней тэшки. Да. И у белорусов намечаются серьезные проблемы. Мир... Первый, второй, третьего тоже должен забирать. Нет, все-таки проигранная дуэль Спидаку. Но Спидак один против четверых. И проблема у Лёни Чоппера. Он в яме пока что без поддержки тиммейтов. Лёня. Ну так, хочет жить Лёня. Айдис Бэланс заметил Лолипопа. Спокойно его забрал. Чоппера все-таки продавили. 3 в 4. Большинство для белорусов. Ой! Айдис Бэланс. Жестко. Забрал Джио, Спидак на размене, сам Де Йонг подхватил бокса, 2 в 2 ситуация, и вот вроде бы все плюсово, вроде бы все хорошо. Заметил тень, Мир ликвидирует МДС, а последний Спидак против двоих. Ай-яй-яй-яй, промах. Идет динамика, и все, они не могут остановиться, они играют медленно. Хорош, Спидак, а Спидак может потащить. Спидак такой парень очень опасный. И он играет хитро, внутри плента, Назик не отходит. Да! Спидак! Сплит-выход на позиции оппонента. Да, классный раунд. Лолипоп играет внутри плента. Погибает там игрок команды Немига. Лолипоп! И также подключается Джио! За вентилями полностью разваливается этот выход. 3 в 1 ситуация. МДС делает заключительный минус. И Джио уже на пристройке. Очень быстрый выход. Мир делает минус. Нужно просто жить. Ему это удается. Он делает 2 фрага. Как же жестко. Возможно, еще и третьего заберет. Приходит Айдис Бэланс на хелпу. МДС в двери. Выходит. Забирает Самдаянга. Как это произошло? Но проблема в том, что Немига потеряла бомбу. Находит голову Айдис Бэланса. Кстати, увидел он второго. Готов к этому. Рассыпается команда Спирит. Лолипоп! Кавабанга!
Так, ну что, последний чоппер. Попытка подловить Мэджикса. Мэджикс не такой уже простой парень. Второго, третьего готов забрать Мэджикс. Изи, кричит Мэджикс, и Эдис Бэланс ставит точку в этом раунде. 10% остается у опорника. Эдис Бэланс, промах с АВП. Ну что, чоппера постараются продавить. Чоппер минус по МДСу. Где-то на помощь должен был прийти сам Де Йонг. У Спирит серьезные проблемы. Валипоп. Квадрокилл. Хорошая позиция. Можно закрыть этот выход. Опять же, отличный смог. Мир нашивает в дым. Так, вы слышали падающего игрока или нет? Второй вслед за ним. Бокс. Единственный экзост. Не проверит чоппера. Валипоп. Чоппер! Так, а тут бокс подразобрался. Контактные перестрелки против Мэджикса, ну, почему-то внушают у меня страх. Двоих в линию, Мэджикс! Ой-ой-ой-ой-ой! Третьего забирает. На четвертого патрона уже не хватило. Забрал мой хлеб. Так. Важный минус от GO. Есть еще красный мир. Айдис Бэланс погибает. Белорусский коллектив готов забрать этот раунд. Последний Мэджикс против троих. Это ГГ. 16-14. Отличная работа от двух коллективов. Хорошая попытка от Team Spirit. Ну и, конечно же, поздравляем Немигу.